Эстрада 21 века. Я себе не представляю эстраду 21 века без русской народной песни. Исполнительница русских народных песен. Как зовут тебя, деточка? Света. Света. А фамилия твоя как? Сергеева. Сергеева. Светочка, а какую ты нам сейчас песню хочешь спеть? Валенки. Валенки. А ты знаешь, кто первый исполнитель этой песни? Знаю. Кто? Лидия Русланова. Правильно. Первая исполнительница 20 века Лидия Русланова и исполнительница 21 века русской народной песни «Валенки» Светлана Сергеева. Валенки, валенки, ох, и подшитый старенький.